Da. Ia zic că stai esperando Klausa. Провод не проходит. Боже, можно вот так вот. Не получается. Всем привет! И вы снова на нашем канале. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня мы вам покажем, как мы будем переставлять нашу комнату. Нам очень скучно на карантине. Мы уже не знаем, чем нам заняться. И с вами мы решили сделать перестановку в наших комнатах. Так что же еще можно делать? Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайки. А мы начинаем. Я хочу переставить свою кровать. Для этого я уберу домик хомячка. А кровать хочу поставить возле окна. Вот так. Ой! Ой! Я лучше вот так. Не получается. Кикуся не будет. Кровать будет передвинуть намного легче. Убираем лишнее. О, это надо убрать. Вот так. Кики, ты переезжаешь. Ой, какая! Hi, guys! Дальше. Она. Это пока оставим здесь. Теперь кровать. Вот, вот, вот. А вообще задвигать не хочу, потому что там розетка. Вот снимаем и снимаем для вас. И только сейчас заметили, что у нас микрофон был выключен. Я передвинула кровать, подметла тут и освободила вот эту стенку. Я хочу, чтобы шкаф стоял на месте кровати, а кровать стояла на месте шкафа. Сейчас я начну его немножечко освобождать, чтобы было его легче подвинуть. И немножко одежды. Так, шкаф мы освободили. Вот. Осталось убрать игрушки сверху. Ну что, ребятки, шкаф у нас уже там. Нам нужно развернуть кровать. Я хочу, чтобы кровать стояла вот так. Чтобы она туда головой была, а не вон туда. Что-нибудь придумаем. Нужно как-нибудь развернуть кровать. Еще я подвину стол в эту сторону. Сначала беру все лишнее, чтобы ничего не упало. А то сделаем дырку. Что ты ляешь? Скрабчи слайм. Авокадо. Мой пульт. Так хорошо, да. А все. Все. Тут надо немножечко подмести. А вот сюда перелезет мой хомячок. А сюда подушку. Вот так. Так, теперь передвигаю хомячка. Не бойся.
Так, шкаф стоит на месте. Теперь нужно повернуть кровать. Для начала я ее освобожу. Теперь я буду менять постельное белье. Ну что, с кроватью мы справились. Как я и хотела, кровать поставить здесь. Мне нравится. Теперь нужно навести порядок. Повесить опять все, что у меня было на стене. Гирлянду. То у меня так и останется здесь. Его некуда переставлять. Он очень большой. Так, теперь Бонино место будет здесь. Она любит спать на этой подстилочке, когда ей жарко в кровати. Вот так. Теперь ее миски. Вот так вот. И все. Сейчас я буду прибирать кровать. Вот эту вот картину я хочу повесить на стену, чтобы вешать на нее клей, на нее разные заметочки или рисунки мои, или фотографии. Так, вешаем. Вот так. Все. Теперь еще осталось повесить вот эту рамочку. Не знаю, куда. Селфи! Вешаем. Да? Я sé que estás pegando la otra. Te escucho de allá. Ну что, ребят, вот так вот теперь выглядит моя комната. Теперь я сплю здесь. Я переставила вот эту полочку. Шкаф теперь стоит там у окна. Ну а мой рабочий стол остался на месте. Как вам сейчас моя комната? Мне она очень нравится. Если вам тоже, то ставьте лайк. Еще я хочу повесить вот эти фотографии. И эту картину. Или нет? Или вот так оставить? Куда повесить? Вот сюда? Да. И вот сюда. Здесь у меня будет висеть фотография. Сюда повешу эту картину. Ну что, ребят, я закончила с перестановкой. Вот такая комната у меня получилась. Но я ее еще обязательно поменяю. У меня есть идея сделать все в зеленом цвете. Конечно же, не все, но какие-то вещи поменять на зеленое. Так что я еще буду переделывать комнату. А пока она будет выглядеть вот так.
Шкаф у меня остался на месте. Кровать я перестала к окну. Хомячка сюда. Немножко подвинула стол. И все. Повысила картину. Мне очень нравится этот вариант. Если вам тоже, то ставьте лайк. Ну, на сегодня все. Мы надеемся, что вам понравилась наша перестановочка. Если это так, то ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Всем пока! Пока-пока!